Итак, покажу вам салон изнутри. Я снял обшивку. Не могу я, короче, когда тарабанит что-то в автомобиле. Вот, начал снимать обшивку и всплыла коррозия. Сейчас я вам все это дело покажу для наглядности, чтобы понимали приблизительно, что такое городские реагенты, блин, и влага. Несмотря на то, что это даже, как бы сказать, американский автомобиль, очень железный, но нюансы есть. Сейчас переключу камеру. Итак, вот такая у нас есть ржавчинка. Оно не прогнило до конца. Вот, но вот такие моменты есть. Вот, есть там уже где-то и прогнило, тут не прогнило. Это я снимал, вот, я так понял, оно вмазанный. Вот. Вот есть такие вот моменты. Чтобы вы понимали. Вот это уже как-то немножко прогнило. Надо будет, наверное, варить. Я не знаю, может и не надо будет. Вот, вот такой у нас делается под низом. Тут тоже надо будет сейчас все снимать, сушить, его отделать и так далее. А это вот я люк снял. Значит, чтобы вы понимали, это под люком вот такое вот происходит. Оно, скорее всего, было оцинкованное. Вот, но из-за того, что люк тек, отек, потому что вот на эту шлангочку. Вот, она, оказывается, дренаж на эту шланочку не дотягивался, но все текло под этот, блин, под потолок и вниз. Вот туда текло. Там тоже, наверное, страхи Господни из ржавчины делается. Вот, вот оно. Вот эти вот цинкованные штучки прикручены. Я, конечно, все по сниму покрашу. Вот такая вот чехарда практически везде. Вон то же самое. Вот. А люк снял, потому что зараза тарабанит. Вот не могу, блядь, когда что-то тарабанит, скрипит, поскрипывает. Сейчас покажу, что тарабанило. Значит, тарабанила у нас вот эта вот штука в люке. Чтобы вы понимали, что это такое. Это закрывает люк, чтобы его было, ну, не было видно солнце там, чтобы солнце не слепило. А тарабанило вот оно, скрипело на этих штучках на стыке. А тарабанила набила вот об эту штуку и вот об эту штуку. А что она тарабанила? Вот эти вот болтики были раскручены. А на этих салазочках вот этой уже резиночки поставлял, чтобы оно не тарабанило. Вот. Такие вот дела. Кому интересно по люку. Теперь тарабанить не будет. Ну, конечно, не будет закрываться уже от солнца. Ну, придумаю что-нибудь там. Не проблема.